Ярко выраженный трицепс. Чтобы сделать его таким, лови три моих любимых упражнения. Первое упражнение на трицепс – разгибание рук на блоке. Становимся, занимаем исходное положение. На выдохе полностью разгибаем руки, на вдохе возвращаемся в исходное положение. Второе упражнение на трицепс – это отжимание на брусьях. Если вам легко делать, можете добавить вес. Если вам тяжело, делайте отжимания в гравитроне. На вдохе медленно опускаемся вниз, пока угол в локтевом суставе не станет 90 градусов, и на выдохе полностью выпрямляем руки в локтях. Опускайтесь достаточно низко, не делайте только в частичной амплитуде. При этом, когда опускаетесь, старайтесь и локти заводить чуть назад, не разводите их в стороны, иначе вы будете тренировать грудные мышцы. Следующее упражнение – поочередное разгибание одной руки на блоке. Становимся в упоре, таз чуть назад, взяли блок, на выдохе полностью выпрямляем руку в локте, чтобы рука стала перпендикулярно полу, на вдохе возвращаемся в исходное положение, здесь угол примерно 90-100 градусов. При этом плечо всегда остается перпендикулярно полу. Ну а чтобы у тебя хватило белка для строительства твоих мышц, принимай протеин. И ты получишь...